Всем привет, ребят. Мы продолжаем проходить Elden Ring. Значит, нужно пройти сюжетного босса. Его зовут Радан. Ну, он типа бич звезд, там бог войны, там туда-сюда. В общем, как его только не называют, но чтобы получить хороший вроде как шмот, ну, по крайней мере, какие-то статы дает, который на этого... Для мага. Здорово, тостер. Вот, который для мага дает какие-то статы, нужно все равно его завалить. В общем, босс сюжетный, босс, не знаю, наверное, сложный, но у меня тут есть всякое волшебство, вот, типа того, то, что юзаешь вот такую штуку, и потом просто берешь, и вот комета Азура, это максимально сильное заклинание в игре. Просто вот 15 секунд беспрерывного дамага не в ущерб манге. Ну, это с помощью еще фляги достигается. Так что, я думаю, то, что у нас этот Радан должен хорошенько сейчас получить по жопе. Вот. Ну, и в принципе все. А так, блин, ну так, немножко я этот, как его, левелы подкачал. Боссов всяких полупил. Которые не сюжетные, которые случайно встречались. Ну, типа того. Так что как-то так. Ладно, поехали, чё? MR.Toaster. Видел этот скилл на раз боссов выносит. Тут главное, короче, этот, как его, этот скилл использовать, ну, вовремя, короче. Мне надо время. Чтобы это время... ну, получить, короче говоря. Я вот с этим товарищем потрещал в разных углах. А вот снова ты. Не торопишься, а? Актеры готовы, занавес вот-вот поднимется. Пора устроить самое запоминающееся представление. Он там что-то еще ряпнул, но ничего страшного. Здрасте. Вот этих вот товарищей. Приветствую, говорит, вас герои. Ну, это он там вещает. Звезды сошлись, праздник вот-вот начнется. Генерал Радан, сильнейший полубог времен раскола, ждет вас. Герой, готовьтесь к битве, одолейте генерала Радана, заслужите славу и заполучите великую руну. У нас третий сюжетный босс, который дает руну. Праздник войны, фестиваль Радана. Ура! А, вот и ты. Какая радость. Конечно, я надеялся встретить тебя здесь. Кстати, ты знаешь, для кого устраивают это празднество? Для генерала Радана собственной персоной. Подумай только, я могу сразиться с величайшим героем Раскола, полубогом во плоти. По правде говоря, мне не по себе, у него жуткая репутация. Но страх лишь убеждает меня в том, что это испытание стоит пройти. А теперь выбери себе место с обзором получше, дружище. В общем, вот этот полуволк и горшок, по-моему, еще кто-то. Мы их сейчас будем призывать, чтобы они отвлекали этого самого Радана, пока я кастую вот это вот заклинание. На него немного времени надо. Мне главное попасть разок. И чтобы он не шевелился и принимал урон. Остальное там будет, как детки в школу. Сейчас, тут закрыто. Ну и все, поехали. А, не сюда? А куда? Надо, что-то валяется. Давай возьмем. Кузнечный камень мрака 5. К сожалению, мне нужно вернуться. Вот сюда. Мне надо пуху качнуть. Я наконец-то нашел этот кузнечный камень мрака. Второй в игре. Который валяется поблизости. Ну, на тех территориях, которые я открыл. Он нужен для посоха Азура. То есть заклинание комета Азура. Посох для нее тоже желательно. Именно такой же. Потому что косты, которые ты пользуешь,
Они также еще и смотря какой. Вот, допустим, вот этот синий посох, он хорошо будет смотреться для вот таких вот заклинаний. Комета там и так далее. Но если посох Азура поставить, то тут как раз комета Азура нужно использовать. Метеоритный посох для метеоритов, короче. Ну, то есть, тут есть, по-моему, три вида заклинаний. То есть, блестяшки, какие-то зеленые, короче, блестяшки и кометы. Так. Где у нас посох? Вот тут. О, вот он, наконец. Так, 6. Ну а седьмую мы найдем уже не скоро. Там уже, наверное, в столицу туда двигать, в ту сторону. Ну, а теперь у нас посох Азура, который, кстати, быстрее кастует заклинания. Теперь он у нас теми. Ну, между ними вот разница небольшая, тем не менее. Тут как следует треснуть Радану. Надо и посох Азура иметь. А потом, когда Радан ляжет, пойдем за сетом Азура. Пойдем за сетом Азура, и еще один там сет есть. Ну, мужик такой, с аквариумом вместо башки валяется в одном месте. Вот. Короче, смотрим, как сюда попасть, что-то я не знаю, все закрыто. Как-то вроде, по идее, я все сделал. Не знаю, может быть, к этому мужику, который там глашатый стоит, может, к нему надо потречать, подойти. Что ж, готовься, мой юный друг. Фестиваль начинается. Готов, как никогда прежде. Да, надо было с ним потречать. Прежде чем начать, позволь мне обрисовать тебе полную картину. Такой здоровенный Радан и такая маленькая лошадка под ним. Генерал Радан проклят и обречен на вечные скитания. Красная гнинь молений пожирает Радана изнутри, и разум давно покинул его. Короче, псих какой-то. Ну, это понятно. Ожидаем. Теперь он убивает всех, и друзей, и врагов, и грызет их трупы, словно пес. Собака сутулая. Давай нашмаляем его, воя в небесах. Ну, теперь пришло время повеселиться. Все начинается, славные герои. Бегин говорит. Праздник войны. Фестиваль Радана. Ракс. А, ободряющий ключ. Окей. Стремный он какой-то. Поле боя находится дальше за храмом на берегу у подножья форта. Генерал Радан ждет там. Даже теперь. Стремный он какой-то. Он здоровен. Просто, блин, я не знаю, он огромный чувак, и под ним какой-то маленький шаг. На скорости это ему не занимать, короче говоря, в этом плане. Кузнечный камень 6. Подожди, а мне нужно 7, да? Да. Ну ладно, он пригодится. Этот камень обязательно нужен для заточки какого-нибудь другого посоха, допустим. Чё бы нет-то. Где-то здесь, кстати, еще есть пещерка. На нее статуя указывала. После Радана, как варик, можно ее поискать. Вот куда-то сюда светила фигура. Если я не ошибаюсь.
Вон в ту сторону куда-то, вот так примерно. Ну там пещера где-то. А тут, в принципе, больше ничего такого нет. Ладно, давай, зажигаем, короче говоря, призыв. На всякий случай просто. Сейчас, короче говоря, он будет шмалять по всей этот, как его, стрелами и так далее. Главное к нему подобраться. Периодически призываем народ. Потом, задача какова? Нету Азура. Бахнуть зелье, короче. И потом лупить, что есть дури, короче. Давай. Отправиться в другое место. Все, поскакали. Там лупить начнет. Первый заряд. Призываем. Призываем. Попал, сучка. Призываю, призываю. Ну вот гнида, а? Лошадь сбил. Ладно. Так, а где товарищи-то все? Вон там один вроде подбежал. Второй. Но он только на меня смотрит. Так, фляга. Бах. Давай, комета Азура. Бам-бам-бам-бам-бам. Давай, давай, готов. Вот и все. Вот, вот и все, весь бич звезд. Как-то так. Элика руна Родана. Ай, воспоминания. Что-то еще там, да. Из-за этого мужика, короче, по лору игры, звезды не двигались, потому что он типа был живой. Как-то он остановил движение планеты или звезд конкретно самих, точно непонятно. Ладно, не будем. Короче, звезды начали двигаться. Радан кони двинул, все, хорош. Красота такая, лепота. Геймпад заколбасило. Короче, если все вместе четенько кастовать, то боссом жить полсекунды. Давай мы запалим вот это дело. Да, можно с чашкой поговорить. А, здравствуй. Это была невероятная битва. Тебе в них не было равно, дружище. Да, не хер делать вообще. А вот я, оказывается, ничегошеньки не стою. Один удар, и я треснул, а мои внутренности вывалились наружу. А потом я еще и спрятался, как последний трус. Теперь мне тяжело смотреть в глаза таким, как ты. Но не думай, что я уже сдался. К счастью, тут набралась целая гора из тел отважных воинов. Если мне удастся вместить их в себя, я мигом верну былую мощь. К тому же, здешние тела страсть как хороши. В конце концов, те самые рыцари, что сражались во времена раскола, величайшей войны в истории. Вот увидишь, дружище, моя сила даже возрастет. Просто дождись следующей встречи. Его, значит, походу где-то еще можно будет призывать. А ну и все. По второму кругу. Ха-ха-ха. Кстати, я, наверное, пока вот здесь нахожусь, надо будет вот свинят как раз посмотреть, что там вот тут. Да? Прям вот вдоль вот этой стены пробежаться. Там наверняка что-то будет.
Потом нужно квест Рейни закончить и ломануть, короче говоря. Ну, я точно не помню, блин, как его делал. Отлично. Я тебя ждал. Что за жуткий бой? Ты и Радан славно сражались. И, ха, помнишь, что произошло? Звезда упала прямо на наших глазах. Я не представляю. Радан воистину был живой легендой. Итак, отныне путь свободен. Пора отправляться на Крон, где решится судьба Рейни. Встретимся там, где упала звезда. Вновь обнажим мечи за госпожу Рейни. То есть, короче, он сказал о чем? Вот где-то в этом участке долбанулся метеорит и пробил дыру, что делает проход в город. Там прям в земле глубоко-глубоко можно спускаться и все. Давай-ка еще потрещим. Встретимся там, где упала звезда. Я снова плечом к плечу. Ладно, все, я понял. Так, где мы? Где мой Иштар? Вот так. Ставить. Короче, вот эту цепочку квестов надо завершить, чтобы получить сет там и так далее. Закончить, типа, здесь всякие дела. И потом можно спуститься уже под землю. Смотреть, что там есть. Ну вот. Там, получается, пару городов надо пройти. И что? Что? А потом уже двигать на север. То есть, к середине игры, типа того. Можно руну, кстати, активировать еще. Да? Либо удвоить. Ну, наверное, сначала я удвою, а потом уже активацией могу заниматься. Короче, делов тут еще просто вот, знаешь, ну, я бы не сказал, что это растяжка времени, но вот так вот побегать, помотаться еще, ого-го. Просто чтобы продолжить хотя бы. Так что, причем квесты довольно-таки неочевидные. Что они хотят от тебя, не всегда понятно. Блин, куда же эта статуя-то указывала? Либо стенка потайная. Вот я что могу сказать. А, тут... Либо стенка потайная. Либо это немножко в другом месте. Скорее всего, это пещера какая-то закрытая. Ладно, давай еще повнимательней. В принципе, да. mr.toaster. Иди туда, не зная куда, принеси то, не зная что. Ну, не совсем так. Они, видишь, как бы квест это объясняет. Вот он сказал, типа, вот метеорит упал. Ты должен среди вот этого всего иголку с тагисером найти, короче говоря, метеорит. Ну, да, он мог приземлиться. То есть исследовать еще раз всю территорию. Не факт, что это надо, надо назад возвращаться. А может, эта территория где-то впереди. Ну, хер его знает, где этот метеорит упал. Вот поди догадайся. Но это все в гайдах уже есть, так что в том плане попроще. Блин, а где же эта пещера? Может, она еще выше как? Ну, должна же быть где-то. О, ну-ка. Впереди лошадь отсутствует. Значит, тут, наверное. Я думаю, стенка потайная. Вот вроде. Теперь надо гонять, искать дети. Куда-то там указывал, это статуя. Остальные статуи я все обошел, которые были на открытые мне, на открытых мне участках. Все, в принципе, зачистил. Всех каких боссов увидал на видосах, там, то, что люди выкладывают. Всех боссов я, в принципе, завалил. Сейчас только по землю спускаться, но надо сначала этот с квестами решить. Блин,
где она? Да, она, мне кажется, скрыта. Либо скрыта, либо как-то этажом выше. Можно портануться опять к этой статуе и посмотреть, по-моему. Подсказка, по идее, тоже должна быть где-то. Ну, типа, впереди отсутствует стена, там что-нибудь такое. По-любому кто-нибудь метку как-то ставил. Ладно, сейчас до конца хотя бы скачу. Доскакаю. Подожди-ка. А вон она. Ну, точняк. Сейчас мы и пещерку зачистим. Здрасте. Причем очень неочевидных таких пещер тут полно вообще. Катакомбы мертвых воинов. Интригующе. Глядишь, может, что вкусное дадут. Осторожно прыгнуть. Да сейчас. Причем в таких катакомбах еще есть скрытые стены. Это, ну, по таким вот аркам надо бегать вот так вот и стучать. Надежды, да, я понял, да. Надежды, то, что тебе еще какой-то путь откроется. В подобных вещах могут быть полезные предметы, как настолько бестолковые, что... Так, там у нас рыцари ходят и с кем-то воюют. Может, это хаос? Там война какая-то. Надо разобраться, по-моему. Здорово, ребят. Я просто не достаю. Вчера они жирные, кстати. Ну-ка, давай. Один меня заметил. Здорово. Надо было, конечно... костра посидеть. Тринаром они короче всей толпой с кем-то воюют, а он жирнючий вообще. Я вот этому дамага лупаю, а как-то не знаю, 3000 по-моему я ему влил дамага и как-то не особо ему прыгать. Да, они еще респаунятся что ли. Что-то мне сдается, пока этот чувак жив, который жирный весь, они так и будут с ним бодаться. Понятно. Они реставнятся. Понял, принял. Ну давай, короче говоря, не бежит никто, бежит. Давай-ка мы стаминки. Воу-воу-воу. Какой интересный молодой человек. Угу. Ща мы кометы им ебанем, да и все. Вот и вся любовь. Он особо не двигается, так что... Давай. Валера, выбираете ли? Я так понял, все-таки центрального надо выпить. А их тут двое. Ну ок. Ах ты гнида помойная. Все? Да они заново появляются, вы что, угораете? Не. Пошли, короче, они в очко. Вот и все. Могильный ландыш 6. Это, по-моему... А, там призрачный нужен.
Я думал, Олежу почему. Так, надо как-то добраться вот туда. Либо вниз. MR.DOST. Ходу. Ну да, шеренган ему заправил. Давай, бац, а он не попал. Ладно, пускай они между собой воюют, я же не против. Кстати. Может быть они... Может они здесь инспавниться будут, когда чуть дальше пройдешь? А чем черт не шутит? Попробуем лупить. Я так понял, то что если прямо вниз спуститься, то там этот какой. То там, я думаю, дверь к боссу. Но чтобы эту дверь открыть, надо рычажок наверху дернуть. Как-то пройти, хер его знает. Ладно, пока они вроде как на меня внимания не обращают. Стой, я вот точку пособираю. Давай проверим, что впереди. Да. Это дверь к боссу. Ну, на босса чисто Олежа отвлекает, а я херачу. Вот все дела. Так, снаряды готовы. У меня? У меня. А до этого он не в меня швырял. Даня. Вы заебали шоток, вот честно. Сука. Ну как? Вот как? Как они лупят через текстуры? Сука, нахуй тут стены вообще, я не понимаю. Чисто для меня? Игровые условности? Бля, кто? А, он ближе подошел. Он еще и двигаться может. Все нормально. Мобы травят. Мобы херачат через стены. Мобы пользуют заклинания и херачат, ну, тебя просто через любые текстуры. Ты не можешь бить никого. У тебя максимум вот так вот. Все. Чумовой расклад вообще. Мужики, подвинься. Они как возле пивнухи тут мочатся. Ага. Этот щелкунчик на меня внимания не обратил. Уёбки сраные. Ну, минус 120 тысяч просто. Или сколько там? 140 был. Ну хер с ним, с рунами. Я знаю место фарма, так что... Количество рун там, это уже не проблема. Только главное, человека часы побольше потратить. Я слышал то, что уже ребята с 700 плюс уровнем бегают. То есть, я так понимаю, что они прокачали все статы. MR.DOST. Нельзя биться в коридоре. Так вот. Но они мне прям навязывают бой этот, саны. Да мужик, давай ты быстрее сдохни, все. Так, вот отсюда. Первый узнает, куда это приведет. Бля, этот жирненький. Гнида.
Ну, тут кометами надо орудовать. Одного, если можно как-то замочить, то второго ты будешь 10 тысяч лет ковырять. Будешь отходить назад, тебя этот стуком завалит. Когда-то он все равно обратит на тебя внимание. Ёбище, блядь. Как он так резко два удара сделал? Вообще, он всегда по одному наносил. А тут еще у него второй удар добавился. Ну, это пизда вообще. Сука, и вот так вот один данж может очень много у тебя крови копить. А таких данжей я не знаю сколько. Ну, примерно на каждом... Ну, в каждой локации, в каждом биоме, скажем так, штук по 10 примерно. Или по моим подсчетам. Так, эти ублюдков, короче. Вот так можно пойти. Но что не попал? Первый. Давай второго. Вот ебать, пятикатку я у него снял. Вот как? Еще 500. Сейчас так и будем все. Мне же надо посмотреть, что там есть. Так, пляжечку. А живот не в спину долбанул. Причем это довольно-таки мощное заклинание. Если его прям спамить, нихера он меня вынес просто. Если этим заклинанием спамить, короче, то этот как он. Мне можно и босса завалить. Ну там, допустим, первый удар у тебя примерно на обычных мобах вышибает. Товарищи сидят. Первый удар у тебя где-то 500-700 снимает. Ну да, 500 где-то. Да нет, даже побольше. Последующие удары там 1500-1200 и так далее. Это с учетом того, что у меня маг 86 уровня. То есть дальше полтинненько уже, в принципе, не особо есть смысл качаться. Я тут что-то это ломанул. Так. Это у нас... Да, ведь это... Понятно. Снова баба видна. И дальше. Походу надо вниз будет падать. Он, сука, с двуручником. По идее, шотнуть тоже может такой товарищ. Ха-ха. Во Владимир не разведешь. Так, давай-ка. Вот так вот, и вот тут его подождем. Когда поиграл уже в другие игры от, ну, от промов, то и атака становится предсказуем. Ну, не всегда, конечно, но тем не менее. Так.
Нас там рыцарь сидит. Сейчас мы, короче говоря, быстрей. Какая метку? Давай, от винта. Сука, подачу мою перебил. Ништяк. Я бы с ним долго бодался, я чувствую. ХП у него до хрена. За него аж десятку дали. Впереди лжец. Я что сюда за цветочками пришел? Сильный ландыш. Белки. Будь у меня рычаг. Впереди тупик. Слушай, даже стенки потайной нету. То есть на этого урода можно было очень много всего потратить и просто чтобы собрать три цветочка. Феерично вообще. Так. Вот хил. Пойдем вниз тогда смотреть, как до этого рычага добраться. Короче, у меня два варианта. Либо стенку искать потайную, либо прямо вниз, где они бьются, там падать. Может, что-то будет. Сейчас посмотрим, как это сделать. Примерно, вон там уже курва сидит. Да нет, есть еще кто? Стой. Походу через второе окошко, если упасть. Блин, где оно? Оно еще вообще существует? Короче, если через второе окошко упасть, то, по-моему, в тему можно до рычажка дойти. Стоять. Ребята сидят. Если их двое, они тоже могут планшет. Потому что они накладывают противное кровотечение. Сейчас главное до рычага добраться. Вон там чел сидит. Оп, пойдем смотреть. Стой, вот тут вот могут быть потайные. Нет. Тоже. А вот тут. Ну и ладно. Не очень-то их и делать. А какие? Мне главное до босса добраться. Точнее, до рычага. Плохо дело. Оно даже, по-моему, есть резон какой-то с быстрыми заклинаниями бегать, пока он кастанет все это дело. Так, у нас сюрпризов никаких. И тут красная гниль, надо быстро забегать. Прах солдат Родана. Вон этот урод. Ай, бля, я свалился. А он за мной, да? Так, ну и Путин там сидит, короче, себе. Мана не резиновая.
все равно его убийство ничего прям это крутого мне не даст. Я просто без маны останусь. Уже как-то по инерции руны собираешь. Главное рычаг дернуть, и можно хоть на костер сразу же. Все равно к боссу надо с полными флягами идти, полностью заряжен. Плюс Олега еще надо поставить. Так, отсюда мы сюда идем. Тут у нас челик был. Да. Так, вот сюда. Да, вот он, рычаг. Ну где-то по-любому должна быть стенка заныканная. Молодец, краткая передышка сейчас не не помешает. Ну да. Дягимов, кто вернул? Давай, дергаем рычаг. А эти что, всех перебили что ли? Чё они стоят без работы? Давай вниз, короче, сходим. Пробежаться, посмотреть, может что-то я тоже вкусное будет. А вдруг? О, здрасте. На, сундучок. И ваншотик. Ну давай сундук откроем. Главное, чтобы добиться этой анимации от поднятия крышки. Oh. Они тогда меня не трогают. Да и сейчас народу, кстати, тут поубавится внизу. Причем они воюют как раз на месте сундука. Угу. Тут у нас еще баф в виде гнили. Умирающие звезды. Это хорошо. Я думаю, это хорошее заклинание. Лапа. Какое? Ландос 4, ну у меня фантом что ли рубанул, да? Охот. В принципе, я все, что надо, собрал. Вот для Олега нужен призрачный ландыш, но мне, по-моему, нужно уже то ли 5-й, то ли 6-й. Это такое. Давай посмотрим, что за умирающие звезды. Ну, допустим, вместо вот этого. Грависнаряды притягивают врагов к заклинателю. Ну-ка, ну-ка. Не то. Сейчас заюзаем. Над моб какого-нибудь посмотреть. Это такое. Так-то она вроде довольно-таки. Нет, все равно долговато, конечно, кастуется. Тихо, плавается. Если посох поменять, то, наверное, будет, ну, по 700, наверное, ошибаюсь. Да, посмотрим. Триста.
ну, херня, короче. Херня заклинания. Вообще не дамажит как-то. Ок. Пошли к боссу, короче. Там, наверное, опять их будет. Двое, там, трое, как обычно часто бывает. То есть, в игре там писали то, что 83 босса. Но дело в том, то, что эти боссы в подвое, местами они повторяются. Самым первым боссом Магри, там, ты, по-моему, биться должен что-то раза три вообще. Как-то так. Так, и вот это вот надо ставить. Так, снаряжение. Давай. Азура посох. Стой. Это все не надо. Олежу сюда. Да, Олежа на плюс 5. Нужно ландыш призрачный на 6. А кастуем, ну, забегать надо к боссу. Кастуем Олега. Потом в сторону. Пожрать флягу. И ваншотнуть босса. Главное только, чтобы босс на Олежа согрелся. Пройти через туман. О, о, май. О, какой. С этим гнилостным духом четвертый раз я с ним уже бьюсь. Один раз он сидит в самом-самом, возле самого-самого первого костра. Второй раз он сидит возле дерева. Вот здесь третий раз. И еще где вулканы, лава там и так далее. Вот этот биом. Вот она там тусуется четвертый раз. С помощью вот этого вот такого же урода, где вулканы там находятся. Мы получаем нужную слезу вот для каста вот этой вот фляжки. И она типа не расходует магию, ману. Ну, короче, ману у тебя не расходует. Ты можешь 15 секунд, я засекал, 15 минут, секунд лупить, короче, кометой Азура. Да ты задолбал, но... Походу надо отбегать в сторону. Прям бежать, потом кастовать. Ну что такое, он даже зайти не дает нормально, он сразу лупит. Причем ваншот. Но у него жира, значит, до хрена. Ну, примерно две кометки обойдется. МР тоже как я в магазин скоро буду. Хорошо, удачно тебе отходить в магазин. Андрей Тихонов. Водочки мне принеси, у меня сегодня день рождения. Смотри, Тихон, напомни мне этот как его. Как цепочку завершить? Ах ты гнида сраная. Короче, я Родана завалил. Я забыл, короче, как у нас там... Чего продолжается квест Азура? MR.Toaster. Ебать, март уже. Да. Март, ебать, уже. MR.Toaster. Точно. Так, ну, в принципе, я успеваю Олежу кастануть. А твою луковку, блядь, ты чё делаешь?
какой-то он ёбнутый. MR.toaster. Нус ДР. О, спасибо. Лютый какой-то хрен. В целом как-то моба жирные. Не знаю. Потому что. Да, ёпа мать. Ладно, все равно лечиться. Я думал, что на этом участке локации мобы должны быть еще попроще. А нет. Все так же ваншот, все нормально. Так, давай, бегом оттуда. Угу. Он у нас красный гниль накладывает. Андрей, вот. Поговори с распорядителем. Боже, это только где мы привязаны. Боже, библиотеку Лукари выйти с нее на полгуру, чтобы помочь сыну. Ну, а потом вот туда, где брал камеру Азура. Там доспели. Так, давай, наверное, по порядку. Я сейчас ничего не запомню. Блять, ну попасть бы в него, Андрей, было бы нормально. А ты лусатый на камере, с огромной головой как. Вот, сука. Блять. Так, давай, сейчас я босса завалю еще раз, тебе вопрос это задам. Надо сейчас на нем сосредоточиться, ни хрена не помню. Главное в это урода четенько попасть. Андрей Тихонов, просто я на работу иду. Да ты заебал. Распорядитель хочу, чтобы и граданом пиздец. Да, я понял, что за распорядитель. Ок, ок, ок. Ни хрена, кстати, у босса что-то жира вообще. Я ему смотрю, то, что как-то у него не очень хорошо кусочки отлетают. По-моему, у Родана шустрее это все дело проходило. Я Родан с первого раза завалил просто. Да, блядь, уебаны. Взял, мне треснул. Что делать, давай лечиться. Не вижу смысла сейчас фляги и визить. Так, ну и как раз мне на этот какого, да? Слушай, а давай, наверное, может быть, вот так и метеоритами. Они все-таки по этому, как по самонаводящейся траектории хотя бы летят. И маны немного расходуют. Давай попробуем. Правда, Олежа два понедельника жить. Ну, метеориты тоже неплохо, я сказал. О, вырубайся, все нормально.
меня вот нет у нас надобья, которое маму не расходует. Так, он олежу после. Давай, давай, ну быстрее ты пей эту херню. Да вы солела, помощь рядом. Падла, а какая? Где он вообще? Так, Олежа его вырубил, ништяк. Ну-ка, ваншот почти. Такой урод, а. А у меня как раз Олег отъехал. Прохобри, рыцарь рыжегривый. А, в общем, лучников. Золотое семечко. Слушай, ну не зря бодался. Семечко хорошо. Прах херня, как бы, а это пригодится. У меня, короче, снадобье уже смешано, которое не расходует очки магии на 15 секунд. Тем самым, короче, можно в течение примерно 20 секунд кастовать комету Азура. Щит один удар и мудрость повышает. Ну, мне мудрость ни к чему на самом деле. Она и так уже у меня прокачана достаточно почти. Ну, типа, не 99-й, конечно, левел, но тем не менее. Так, поговори с распорядителем. Ну, давай. Сейчас потрещим, что за челик. Потом в катакомбы, где ведьма привязанная. Я вспомнил. Потом библиотека. На желтую руну, помочь селению, а потом... Угу. Все, я понял. Потом еще надо Селену возродить. Есть там один могильничек, где нужно ее душонку обратно в туловку запихать. Ну, приблизительная последовательность я вспомнил. А где бабуля? Где распорядитель-то? Ошибись. Искать. Ну, он где-то должен быть хотя бы рядом, я думаю. И ему стыдно стало, он спрятался. Чувак, выходи, я не хотел ваншотать вашего радара. Может, тут заныкался? Ну, значит, башня. Где ему еще быть, по идее, да? Я думаю, важно ли с этим распорядителем... А, вот, все нормально. Здорово. Наконец-то фестиваль войны завершен. Благодарим вас, храбрая душа. Это было грандиозное празднество. Уверен, генерал Радан остался доволен. Обездумевший и пожираемый гнилью, единственное, чего он жаждал, умереть с честью. Ну да. Пиздячек он знатных схватил. Наконец-то дело сделано. Теперь я могу... Короче, у меня осталось одно дело. Из минувших дней, скажем так, тебе не понять. Может, судьба еще сведет вас вместе, храбрая душа. Мне пора обрести свой путь. Может, судьба еще сведет нас вместе, храбрая душа. Ну, потом его встретим, значит, где-то. С него можно как-то сет получить. Я не знаю, может быть, избить его надо. До смерти. Катакомбы, где ведьма? Все вспомнил. Это сюда. Четвертый храм Марики, потом ниже. Тут еще важно, главное, в какой последовательности квесты делаешь. По идее, сейчас я практически выполнять буду два квеста одновременно. Один побочный, один основной. Ну, почти основной.
То есть вселенная это у нас побочка, по сути. Ну, давай. Вселенная у нас, короче говоря, побочка. Даже вот так, наверное, да? На какие-нибудь мелкие снаряды поставлю. А вот Ренни, которая ведьма, вот у нее практически основной квест. Так, мне вон туда. Самый низ. Руины бича ведьм. Тут у нас Чика пристегнута. Походу я ее ударил. С ней никаких взаимодействий. Потому что однажды я сюда приперся, и вот этот один из уродов меня зажал в углу. Я думал по нему треснуть, но в итоге ударил по этой бабе пристегнутой. Да откройте вы карту, ну твою мать. Ну да, не такое. Ну, конец. Андрей Тихонов. Ой. Сейчас сначала, короче говоря, с этой Селеной конкретно поговорить. Ее и тут нету. О чем говорит? Андрей Тихонов. Беги в башню Руни, выходя слева руины. Там проход вниз скрытый. Я понял. Мне сдается, я эту бабу ударил, и ее посчитали убитой. Где у нас зелье можно купить искупление грехов? Одно я уже покупал. Надо еще. Бля, печалька, я случайно NPC ударил второй раз. Я, конечно, проверю это дело. Но надо где-то будет зелье искать. Скорее всего. Оно, по-моему, в двух местах, что ли, продается, или в трех. По крайней мере, то, что уже открыты локи. Где-то тут у торговцев может быть. Я не помню. А, вот баба. Она не рабочая. Она не рабочая, потому что я NPC ударил. Так, давай хотя бы священная башня за могилья. Сейчас я хотя бы руну активирую. Бога! Так, это вниз, а мне наверх. Тут у нас душонка Родана. Вируси. Точнее, руна.
Дзынь. Там можно круглую столу смотаться. Всем не помню, где зелье искупления грехов еще можно взять. Это гуглить надо. Такие вещи сам случайно не запомнишь. Это только бежать на карте. Так, огонь на удара, да. Вот, восстановить силу великой робот. Готово. Угу. Так, ну, с Роданом пока, по крайней мере, все. Можно, в принципе, одну из черепах завалить. Попробовать удвоить эту душу. Может быть, что-то можно будет прикольное поменять на это. Так, отсюда мы. Ну, давай тупо на костер на один. Потом в круглый стол. А посмотрим, что за душа. Что дает. По идее, самое прикольное, это вот первая душа. Руна, точнее. Угу. Максимальные очки здоровья, концентрация и выносливость. Характеристики-то лучше. Так-то. Так, отсюда давай круглый стол. Вот где бы вспомнить? Где продается у нас зелье искупления грехов? А, снова ты здесь, в чем дело? Что за Родана дает? Ага. Двуручник бича звезд. Он от мудрости скалируется. От силы и ловкости. Лупит магия и криту. И лук. Ну, не знаю. Давай мы завалим одну черепашку. Стой. Купить. Можно, короче, его сет напялить. Но он такой. Просто будут его шмотки. Но они, кстати, тяжелые. 7,5, 17,5. Это надо качать тогда, чтобы шмот таскать. Так, черепашки у нас ходят. Ладно, черепаху заюзать. Надеюсь, не сдохну. Раз. Да, лучше метеоритами этого товарища лупить. Плохо то, что его даже цель не поймает. Хрен знает, попадай, нет.
Вот прям надо все то, что белое, полюбить. Так. Давай еще тут где-нибудь. Сколько практика показывает, прям все отбивать не надо. Ну хрен на чем не помню. Может, может быть и придется. Так, еще немного. Пойдем кого, то много дома нет. Все как бы черепа не обязательно, ну на рост вот эти белые прям не обязательно. Частично их надо отбить, короче, и тогда мавзолей этот упадет. Пока жрать эту душу не буду, но так на всякий случай, просто чтобы если что, вдруг прикольное оружие. Можно будет его взять. Ну, допустим, лук там. Че? О, все предметы. Че она пустает? Так, наверное, нет, инвентарь. Где его душа? О, душара, да. Че у него залито не работает? Ну и ладно ты. Может работает второй, но неохота сейчас это проверять. Так. Надо искать, короче, по идее. Ей надо где это зелье искупления грехов искать. Тогда можно с одной. А, это ты? Ну, ждешь подрождения? Нет. Короче, да. Квест с ней не работает, пока. Квест с ней не пашет, короче, пока этот, как там, ты бабу привязанную к стенке не это, не возродишь. Ай, блять. А я ее ударил. Поэтому она теперь не работает. Ну давай хоть второй квест попробую сделать. Тихо, второй раз не повелся на это дело. Кинопритера. С днюхой, что нового? Как поздравительный видеоклип в ВК из репертуара «Руки вверх». Ну, не поклонник. Спасибо, спасибо. Не поклонник «Руки вверх».
нового? Нафиг новое, чё там? Чё у меня было? Я не знаю. Чё тебе нового рассказать? Серьёзно? И эта баба не работает? То есть они прям хотят, чтобы я, короче, туда, в подземлю, в Макрон пошёл, что ли? Печалька. Ну, мастер. Нет. У этого челика у нас случайно не продаются вот эти вот? Кинопридера. Сам не поклонник, но видя присланное тебе, меня улыбнуло. Мне тоже. Молитва слов. Блин, ну давай дадим. Молитвы. Мгла. Открывающий заклинатель. Ну давай, Вась. Об отпущении грехов. Смотри, чудом что цветет в этих землях. Прекрасно, значит, узы, что были разорваны, восстановлены и привели в гармонии. Учти, не следует воспринимать как само собой разумеющееся. Больше не рви узы. Да я случайно по тому NPC-то ударил. Открывал одну тайну. Однажды имени скульптора из Золотой столицы попросили создать большое изваяние Радагона. Кажется, он разгадал тайну повелителя, поэтому считается, что секрет Радагона заключен в той статуе. Где-то еще статую какую-то найти. Прикольно. Все фигня. Небесная роса. Где бы ее надыбать? Я не помню, где она может подаваться, даже не предполагаю вообще. Ладно, давай, короче, перекур. Посмотрю, может быть, что-то найдется. Сейчас подойду. We'll be right back.
Загуглил, короче, я. Где у нас можно это найти сферу? Ой, не сферу, а небесную рысу. Где она продается? Ее можно купить только у двух торговцев. Один у нас под землей находится, а второй вот тут. Вот тут. Сейчас еще до него добраться надо. Я помню, что я ее где-то встречал, но где точно не помню. Вот один удар по NPC может столько геморроя вызвать вообще. Так, где-то тут, по-моему, спуск. Да, вот. Сюда. Да, аккуратно. Потом сюда. Да. И вниз. Хорошего дня. Выбирайте, что нравится. Серьезно, я уже ее купил. Погоди. Может, значит, я второго не покупал? Сейчас туда ломанем. Где-то тут, по-моему. Так, возле реки тут должен быть подъем. Вон он там. Вот туда надо, где деревянные. Минус крабик. Здесь два чувака. Ну хоть ваншоты. Так, чего? Одержимая стрела. Ну, для лучников подойдет. Да чувак. Твою мать, мана кончается. Там осталось-то у него вообще добить ничего. Я надеюсь, все-таки у торговца я не покупал вторую сферу. Ну, расу, ну блин. Я один раз только грехи отпускал. Надеюсь, что у него есть. Так, отсюда. Сюда.
Да. Пол вниз. Мой зяку сидит, лобарит. Развлекается. Так, здравствуй, покупатель. Купить. Нет. У него только личинки. Тогда я вообще без понятия. Так, ну тут, тогда чё? Тут у нас всё. Это благодати. Река Сиофра, по идее, нужна. Ансель. Драконий солдат. Ладно, я потом, короче говоря, поищу. Сейчас это иголка в стоге стена. Мы, короче говоря, сейчас вот эту локацию зачистим с самого начала. Вот примерно отсюда. Тут надо, по-моему, 6 факелов зажечь и завалить босса... этого... оленя. Давай факел искать. Так, в принципе, плюс-минус я тут уже пробежался. Где-то с правой стороны должен быть один. Вот. Здесь один. Вот эти вот уроды, они тебя стрелами могут просто, ну, практически цваншотить, там, 2 выстрела, и у тебя уже полздоровья нету. Плюс еще к тому же, шарики, которые летают, они очень сильно дамажат и летят за тобой очень далеко. Ну-ка, эта хрень куда меня отведет? Это за портал. Давай посмотрим. Ну, я приблизительно сюда и бежал. Нет. Короче, чистим локацию от этих викингов. Пока они меня особо не видят. Странно почему-то, они вообще на меня как-то не агрятся. Я их больше не интересую, что ли? Меховые поножи. Ну это какого? Это сет викинговский. Но ни о чем. Я полагаю.
Мне кроме с добавлением магии никакие, по идее, сеты не интересуют. Которые на мудрость, вот такое что-то надо искать. Так, а где же? Я вот тут появлялся. Ел куда-то, получается. Че найдем? А, вот он. Еще один. Причем эти сферы никак не завалить. Просто, блин, полздоровья одна. Ну давай тогда так лечиться. Я хотя бы поэкономлю маны. Ребята, мы точно ждали. Все. Зажигаем. Ну, где-то еще, по-моему, штуки 4 надо запалить. Вон еще один. Давай, наверное, краба. Не, я не буду отходить, завалим. Двоих сразу. Неплохо. Как-то насквозь прошибло их. Запалим. Ну и вот это вот. Когда они на тебя не обращают внимания, то ты их ваншотаешь. Когда так, то приходится второй раз ударить. И краба тоже. Под раздачу попал. Будем так считать. Так, сейчас повнимательнее. Вот тут, по-моему, я зажигал. И нет. По прямому на обелиск стоит. Вроде его не запалил. А, так я до него не дошел тогда. Его срезаем, сначала чистим. Потому что вон они уже стреляют. Заметил только один. В этом плане повезло. Тысяч могу потерять просто. Ну, в принципе, я говорю, что бабки сейчас мне вообще не нужны, как бы. Есть точка для фарма, так что можно не переживать. А посчитать, сколько штук еще осталось запалить. По-моему, две еще осталось. И они впереди все. Да, два еще. Все равно задел. Так, 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 может быть. Вот там в проходе что-нибудь есть. За водопадом.
Не вижу. Да, ничего тут нет. А тут получается цветы, да, вот и тут я спускался. Я понял, принял. Значит, камень 4, ну. Может быть, есть где-то какой-то NPC. Что-то вот тоже писали в интернетах ваших. И где-то здесь, возможно, какой-то есть NPC, который тоже, ну, может быть, на трупе где-то валяется. Которого можно взять этот, как... небесную росу, чтобы грехи искупить. Безличный камень. Так, вот тут надо по-быстрому всех обойти. Тут много стрелков. Они стоят, топают, им похер вообще на меня. О, ок. Ну, первый обелиск, и там где-нибудь второй должен быть еще. Двоих сразу. Крысы. Я в дерево уперся. Бля, а чё так до хера-то этих викингов? Прикрыться тут. Бля, они тут везде. Подожди. Давай-ка мы снарядами лучше. Мана не резиновая. Любая мастис. Ну. Да давай так полечимся. Я викинг. На него лучше комету бах. Вот так вот. Ну там еще крысюка сидит. Ай-яй-яй. С фонариком бегает. Тут их двое даже, да? Я так понимаю, они меня же. Ну там второй. Хоть закувыркайся тут. Он все равно в тебя попадет. Ну еще. Блять. Быстрей. Фух, прокатило. Так, ну и все. По идее, викинги-то тут закончились.
Где-то какая-то блестяшка была. Сейчас позырим. Вот тут что ли? Так и знал, что тут какие-нибудь крысы. Еще одна должна быть. Она прям за деревом. Ну и чё? Ну и чё, ну и где? О, три ползет. Четыре. А, сейчас еще не хватало от крыса отъехать. Давай, коль фляги восполняют. Вон она, блестяшка. Ну, не дотыкомка. Серьезно, ты запрыгнуть не можешь. Ну давай до самого конца сбегаю, посмотрю, что там. Может, вокруг это и какой-то NPC стоит. Хотя вряд ли. Я думаю, если искать небесную росу, то... Если она здесь есть, то она, скорее всего, где-то валяется. Ну ничего, на босса сходим. О, как раз благодать не зажег. А она тут была. Садиться пока не буду. Так, ничего нет. Это короткая локация, надо бы желательно, конечно, вот там побывать. Ладно, все. Здесь я сначала пойду. Хрена тут нет. О. Слушай, ну тут потенциально мог бы какой-нибудь быть NPC. Я не знаю. Акварик, конечно, подождать, типа, до ночи, потом скоротать время, типа. Может быть он появится. Но нет. Обычно NPC всегда на одном и том же месте сидят, и неважно какое время суток. Ну, это выход на поверхность. Делать тут нечего больше. Я вот не помню, все обелиски зажег, нет? Ладно, давай коня. Поехали еще что-нибудь посмотрим. По идее, вот и вся, короче, тут локация. И туда нужно. Так, к замку там побегать. Посмотреть, может, что. Ну и потом сразу на босса, короче. А, вон он, еще один обелиск. Я просто, наверное, не зажег. Все, по идее, сейчас можно уже этот... Можно босса призывать. Но я бы еще вот по прямой, там наверху посмотрел бы что-нибудь повнимательнее. Может, что-нибудь полезное есть. Я там особо не бегал. Угу. А вот и нужен мне еще один обелиск. Так,
ну давай тогда вот так мы сделаем. Оп. Давай вторую сюда. Оп. Третья. Потом мамашу грохнем, да, наверное? Шац. Кометка ее. Раз. И второй. В догоночку. Все. Фляжки на месте почти все. Слушай, там что-то валяется. Сейчас мы туда сходим. Вот туда прям. Какая-то блестяшка есть. Меховая одежда. Ну, я говорю то, что с них этих викингов можно с это нафармить. Не знаю, зачем он нужен. Меня вот сейчас только интересует небесная роса, чтобы квест продолжить. Тоже ничего, кроме барана. Слушай, туда можно пройти? Оп, давай. Может, найдется чего. Ну, это, наверное, это подъем. И туда. Стена? Нет. Нечто потрясающее. Неожиданно. Впереди лжец. Действует. Ну, про стенку. Какой-то дурачок, значит, написал то, что там стена, а ее там нет. Лжец. Так, чисто в порядке бреда. Атака не поможет. Слушай, а тут еще дальше можно куда-то идти. Вон разлом какой-то. Не сдавайся. Ну-ка, ну-ка. На потолке хоть никого не висит. Дославится огонь. Туда. Прыгнуть сейчас не помешает. Куда прыгать? Нан? Не зря сбегал. Дуб не так уж и много дает за игру. Я думаю, их ты в конце просто очень быстро можешь спустить. Если качаться неохота. Ну, они же там статы поднимают, смотри, какая руна. О, пещера. Некоторые пещеры ты можешь увидеть в них, как тут, ну, до них добраться, только так вот, боковым, типа, зрением. Так, ну, пойдем наверх. Ты блестяшка сходит. А вот где она? Ой, блядь. Санные промежуточки. Постоянно с этой херней геморрой. Ну ты же не видишь, что там обрыв. Да, надо было думать. Ну давай попробуем. Сейчас, в принципе, чистить-то ничего не надо. Главное проскакать мимо них. Понеслось. Сука, на везде достану, да?
хотя бы еще прилетело и насмерть. Надеюсь, не долетит стрела. А что мешало в прошлый раз так просто взять и спрыгнуть? Так. А тут походу на коне только. Давай. Типа того. А вдруг? Не. Ничего видно. Такое. Не, ну в принципе что, они тоже в ограниченных количествах продаются. Ну и все, я больше ничего такого прямо интересного тут больше не вижу. Тихо. Смотри, значит, я даже руны вернул. Все пишут. Перегел жец. Тайная тропа. Да. Так, ну и все, в принципе, да? Туда можно куда-то возвращаться. Ближе к ходу. Призывать босса. Так, а, ну все. Я еще попробую туда наверх залезть. По-моему, по обелискам все, но их должно быть четное количество, это точно. Я их не считал. Сколько я зажег уже. Надеюсь, что все. Эх, коняшки немного досталось. Да твою мать. Да, все. Все, кроме одного. Где его искать тогда? Какой-то обелиск зажжен, причем походу с самого начала, который идет. Уже у нас ничего такого, да? Прям напихивают очевидных ключей. Ну и все, да, тут больше делать нечего. Так, где обелиски-то искать еще? Вон он последний. А, получается отсюда спуститься и по прямой. И все, отсюда не спущусь. Хрен бы с ним. Так, доедем.
Короче, справа. С правой стороны этот обелиск. Где-то на это. Сюда. Еще дальше. Слушай, далековато он расположен. Я вон сдалека его вижу. И все, в принципе, больше тут делать нечего. Наверху я побывал. Возле замка тоже. Хорош, типа. Так, вот отсюда, налево. Сейчас пойдем босса лупить. Ну чё, где обелиск? Еще выше. Стой, там может быть данж какой-то? Нет. Какой вообще? Постройка. Конечный камень. Спасибо, не надо. Ни хрена они зажечь не дадут. Надо зачищать. Как? Вот там три. Вот тут два. Ну-ка, блин, что ты серьезно не убил его? Главное, первый урон прошел. Бля, еще там толпа идет. А. Короче, надо 5 викингов завалить. Ебать, они скорняк просто. Ладно, я тут стою пока. Ну, валить придется обоих. Ну, как бы всех чистить придется. Все, надеюсь, больше никого не будет. На всякий. Ну и все. Мощь начинает скапливаться в останках. Ну то есть это говорит о том, что вот тут у нас, ну там где факелы зажигаются, у нас валяется босс. Но он типа не активен, пока ты не зажжешь все вот эти вот обелиски. Сейчас мы вернемся к огню, к бонфайру, короче. Чтобы до босса недалеко бегать, мало ли чего. Ну, естественно, с первого раза вряд ли получится пройти его. Ну, заодно и проверю, действительно ли я все зажег. Да, все. Все горят. Я считаю, что я прошел локацию, в принципе, все осмотрел. Но нигде каких-то продавцов я не видел. Еще. Вот один со слезой личинки. Единственный. Хер знает, ладно.
Попробуем, конечно, его комета Азура долбануть. Чтобы много времени, да, не терять. Олежу можно попробовать поставить. Хотя, наверное, Олег тут не работает. Будем босса потом дрыхать. Коснуться рогатого тела. Ок. Больше тут ничего не валяется. Так, ну-ка, поди сюда. Ну-ка, давай. Убивает атак. Чуть-чуть. И вам что там, конечно, как хотелось бы. А твою мать. Не то. Почитателя предков и все, да? Ну то есть викинга, я так понимаю, то ли большого, то ли маленького можно призывать. Ну и 10 косарей где-то. 10 косарей премии дали. Требуется дыра. Ну да. Чему бы это? Слушай, а можно лошадь вызвать? Чтобы не носиться. Короче, ищем выход. Костра я не вижу. Обычно костер появляется. Стал как босса завалить. Сейчас нету. Значит, просто надо выйти с пещеры. Как зашел. Вон там. Большая арена, кстати, для битвы. Самое то. А то бывает, закроют тебя в лифте и потом удохаться с этим боссом. Красиво, о, красиво. Это ко входу, да? Перемещает. Вот, вернулся назад. Сейчас во второй город пойдем. Который можно попасть с помощью этого метеорита. Пуститься. С оленем мы будем еще биться.
коснуться рогатого. Зачем? Понятно. Я не знаю, может быть сюда еще раз как там нужно будет идти, попасть и так далее. Но пока он просто туда-сюда портует и все. Где выход? Эй! Да, на выход там еле-еле огонек горит, его не видно вообще, вон он. Вообще мигает. Ирил Гаоси, привет. Good stream. Спасибо всем. Так, все, к этому оленю не идем. Да его нафиг. Теперь что? Теперь надо портануться. И поискать где-то от метеорита дыру. То ли здесь она, то ли вот здесь. Ну точно вот в этом районе. Прибрежные руины. Давай. Но в этот город я уже попадал, можно по-другому попасть. Давай. Там такая должна быть дымка возле этого места, куда метеорит прилетел. Я тебе в ВК написал. Позвоню лучше завтра. Я сегодня в офис гонял впервые за пару месяцев. Заманался. Че там, как в офисе дела? О, туда. Вот туда надо скакать. Я так понимаю, как же что, ты весь в работе, да? Никого. Вот, в этом, короче, городе на Кроне, куда я сейчас иду, должен нам встретиться вот этот вот мужик с этими, с башкой льва. Может быть, квест с этой ведьмой продолжится. Не помню. Надо спуск искать. Угу. Вон там у нас. Так я, наверное, разобьюсь, да? И обход. mr.toaster. Пока все не решится, у Сереги веселое время наработки. Ну да. Да сейчас у всех веселое время. С ценами, со всякой херней этой. Как не зайду, вечно что-то высоковато я нахожусь где-то. Так, если смотреть вот сюда, ближайшее... Кирилл вот Гаоси. Сегодня, да, был весь в работе, а так не напряжно. В офисе почти никого. Все занято переходом на российское железо. Ничего, скоро все наладится. Ну да, с российским железом. Может, надеюсь, что наладится. Будем верить в лучше. Вот и все. Так. Вот сюда я добрался. Пуск вот тут где-то. С правой стороны.
Блин, ну не видно же ни хера, ну серьезно, медитака, ну. Я, конечно, понимаю, антураж приземления метеорита. Твою мать. Вот он спуск. MR.Toaster. Российское железо. Сережа, ну мы же оба знаем, что это не так. Я знаю, что это не так. Ну, плюс-минус. Так, отсюда сюда можно, да, прыгнуть? Оп. Потом сюда. Ну, вроде сюда куда-то. О. Бля, и конь урон получил. Ну и все. Ниже явно мне нельзя. Короче, явно крони. Вот это вот. Локация только выше. Получается так. Ирил Гаоси. Вот здесь. Российской сборки. Комплектующие из Китая. Технологии всех остальных. Короче, помесь бубика со свиньей. Это всем миром как крапили. Мы опять слева. Ну, технологиями-то надо делиться, чё ли. Так, еще как-то ниже можно упасть. Я сначала вот тут сейчас вот. На этом ноже. Если я здесь где-нибудь найду эту все-таки небесную росу, выманивание является введением. Если я все-таки здесь где-нибудь найду небесную росу, я тогда сразу же портанусь Агдера. И будем заканчивать квест, чтобы получить шмот вот этого мужика, которого я посох отжал. Ну и заодно это имбовое заклинание. Я надеюсь, я не сдох. Ни хера не видно. Все в тумане. Стой. Ирил Гаоси. Цены, кстати, в норме пока везде. Не заметил разницу. А вот жена негодует. Духи там какие-то были 10, теперь 30. Ну, чел на работе говорил то, что эти как запчасти на тачку подорожали. Он там что-то вовремя себе успел купить, но сейчас там это чуть ли не в 3 раза дороже. Народ там что-то повально ломится, труселя какие-то скупать, потому что прекращает деятельность какая-то охеревшая фирма трусей. Все нормально. MR.Toaster. Ну, без такого прожить можно. Да, без многого вообще на самом-то деле прожить можно. Вообще без многого. Ну, как же, егери какие-нибудь живут годами, я не знаю, у них там спички и топор больше. И на соли он пойдет себе там. Десяток этих тысяч километров проедет, чтобы себе, ну, там, не знаю, мешок соли купить и спичек рабов больше. И все. Буддистские монахи вообще завязали жрать. У них там есть же такая тема, типа, хавать завязываешь, короче, и познаешь джен. А потом замедляешь себе пульс, короче, и уходишь в нирвану навечно. По-моему, вот такой у них расклад лучших событий. Так. Вот как-то сюда. Но без коня. Да я, наверное, не долечу. Кстати, да. Тачки ну просто нереально подорожать. Буду ходить пешком.
Отец отдал 5 мультов за тачку недавно, теперь она же стоит за 12, Карл. Ну вот тебе и пожалуйста. Да надо сейчас вообще ничего торопиться покупать. Зачем? Я не допрыгнул, стопудово же не допрыгнул. Я не полезу. Сейчас вот надо какие-то продукты покупать. Надо. И то, сколько-то ограничения же сейчас есть их в одни руки. Какие-то определенные продукты нельзя брать. А то бабки ломанутся сейчас. Дефицит устраивать. Впереди предмет. Впереди вон какая-то клякса меня стреляет. Я, наверное, не дотянусь, да, Даниэль? Нет, смотри-ка, дотянулся. Чуть не вовремя. А что наверх? Там что-то лежит. Я так понимаю, сегодня мы будем с пятнами воевать. Ебать их. Здрасте. Ирил Гаус, я уже намылился в деревню на юг. Строить баню и сажать картофель. Буду оттуда работать, а сэндвич нюхать. Ну вообще, по идее, да? Чё тебе, блин? Тебе же не важно, где у тебя ком стоит. По большому-то счету. Если оттуда пахать... С картошкой можно не париться. Она как бы не нужна, потому что априори ты пошел себе, блин, не знаю, то же самое лапки, которая пол лета вкалывала на огороде. Заплатил я, надеюсь, этой картошкой насыпет. За энную сумму, да и все. Народом можно не заниматься. Так что... Подумывай насчет какого-нибудь ранчо. Заведешь себе как коров, будешь жевать табак и сплевывать на пол. MR.TOST. Шапку обязательно. Уже сегодня в магните стоял в очереди кассирша, говорит, за весь день выгребли один привоз сахара, за час день, все это попеция какой-то. Ну я не знаю, зачем это делать. Для чего? Зачем создавать искусственный дефицит, если как бы, ну, геморроя этого там нет? Продукты как бы все есть, они доступны. То, что когда-то что-то не будет, господи. Ну, была же уже такая тема во время пандемии, типа, ебать, там гречки не будет никогда в жизни. Бабки там скупали мешками ее. Коллеги, кто в Сочи сейчас, кто вот в Турции жил, удаленка удобно, я к тестю поеду. Вот. Попробовать почему бы нет. Типа свежий воздух и все такое. Я думаю, будет ништяк. Тем более у вас скоро малой родится. Ребенку в деревне. О, вообще. Коров за титьки дергать. Само то. Прыгнуть не поможет. Да, естественно, не поможет, а че? Я вон туда иду. Потихонечку. Как известно, если в башне. Пальц. Мне дали зелье пальца. День небесный роса. Конечно, пятерка камень. Третий, кстати. Бля, я не помню, я тут был, нет? Ну, прыгать вам туда надо, но... Ну-ка. Ирил Гаусси, приезжайте к нам, если что. Самое то при закрытой границе гонять друг к другу в гости. Приезжайте к нам в Простоквашино.
целом деревня, чё, блядь. Если ты не в огороде, то ты можешь просто сидеть и пить. Вот вообще просто постоянно. А заняться больше нехер. Ну так, знаешь, там, забор поправить и все. Я когда к родакам приезжаю, я начинаю безделье маяться там. Заборы им строить, еще что-нибудь. Ну там реально просто заняться больше нечем. Как бы, ну, побухаешь по приезду, да, типа, ну там, давай за приезд там туда-сюда бухнем. Доберемся, шашландосов пожарим, короче. А потом что там делать? Это... Мозг требует каких-то занятий. Плохо то, что там этот, интернета нет. Кстати, да. Но я еще какая деревня. Есть же деревушки, которые очень плохо интернет работают. Так что. И главное то, что там этот, дома дешевые. Можно себе и очень хорошую тему оторвать. Ну, примерно так все и происходит. Пиво весь день, шашлыки и стройка с огородом. Ну вот. Ну, тоже, смотря что строит. Я так лично привык, как бы, стройками всякими заниматься по трезвому. Лучше закончить, а потом уже нажраться как следует. Ну, по этому поводу. Ну, либо, знаешь, там, в конце рабочего дня прибухнуть. Работать и пить не это. Не любитель. Так, ну давай, наверное, да, присядем на бутылочку. Это дело запали. По-любому же какие-то. Если есть омут призыва, значит где-то будет босс. Например, вечный. Кирилл Гаоси. Ну тут не совсем деревня. Это мини-городок в Черноземье. Интернет кабельный. Строим баню новую, да гараж менять надо. Ну кабельный интернет, это уже хорошо. У него родаков нет в интернете. Ну как бы он там ловит, наверное, если какая-то мобильная связь имеется, но типа ты должен там симку купить, там, по-моему, что-нибудь в этом роде. Подключить ее там, ну, и прибудки. А так, чтобы... Нет. Я PS-Vita туда брал, как бы сидел, лобал от них. Да, бухать остается. MR.toaster. Все фигня, главное на юге. Ну, не то, чтобы прям на юге. На юге-то хорошо. Свежий воздух, фруктики, всякие херня вот эта, огородная. Росистая трава. Мне нужна небесная роса. Роса нужна. Я накосячил, хочу исправить положение. Ну и заодно, в принципе, этот город тут пройти, чтобы потом сюда не возвращаться. Ирил Гаоси, это под Курском. Главное, чтоб не прилетел снаряд. Да ну, там далеко. Не знаю, мамка вон ездила в соседний город большой, но он там периодически ездит туда всякими там продуктами, закупается что-то такое, первой необходимости, может быть, вещи даже какие-то. Она говорит, только БТРы видела там издалека и все. Так, ничего такого. Молочка себе не там. Хотя там от Украины 80 километров. Видимо, смотря... Где опасно? Слушай, а у меня вот эти вот штуки-то далеко летят. Я прям очень-очень-очень далеко могу их лупить. Вот этих вот бледеночек. Что-нибудь вкусненькое есть? Забей, полный человек. Чего, блядь? Типа ты жирный, ты не пролезешь, но я не об этом хотели мне сказать.
Тут светится. Тут фонарь на меня хуярит. Ладно, это только хидетаки, понятно. Ну, то по-любому будет босс, а то и не один. Так, колокольник, колокольная сфера сборщика призрачного ландыша. Вот эти призрачные ландыши для прокачки у нас... Ну, духов, короче, которых ты можешь призывать. Вот, эту сферу надо в круглом столе папке одной отдать. Типа ты можешь эти вот призрачные ландыши конкретно с этой колокольной сферы призывать, по-моему, ну, качать духов до 4, по-моему. Ну, плюс 4, по-моему. Потом, дальше ты уже собираешь эти призрачные ландыши гораздо круче, чтобы... Так что у меня, в общем, призыв духов прокачан вперед. Вперед и еще до того, как я пойду на 7. Кузнечный мрака. Кстати, что у меня? А, мощь чар, ОЗ, выносливость. Причем у нас, кстати, вот в этой игре дается только всего 3 мешочка с талисманами. То есть максимум ты можешь таскать 4 талисмана за игру. Все. А вниз спуск. Блин, говно похоже. Серебряное говно. Походу этот, как его, Терминатор Т-1000 тут обосрался. Не ставил. Блин, Марик. А там босс. Ясно, понятно. Давай сначала тут обойдем. У меня вот идейка такая, в принципе, постигает уже второй день. Когда я закончу ее, если я ее закончу, то попробовать на NG+, качаться дальше. Прям, чтобы попробовать вот всякие мечики и так далее. Не личного оружия, просто овер дохуя. Посохов гораздо меньше. К примеру, есть вот такой вот меч. Сейчас покажу. Я там молчу про алебарды, копки и так далее. Но есть такой забавный меч, который в принципе наносит почти такой, ну, когда он прокачан, такой же урон, как я сейчас херачу кометой Азура. Меч ночи и пламени. Вот у него в чем забава. Сейчас. Вот это вот одна подача, а вот это другая. Только недолго ману расходит. Но, наверное, если его вкачать, то он, наверное, будет очень круто. Ну и так он просто как одна ручка, короче. С вполне неплохим сетом. Ну, то есть, обычный одноручный меч. Вон еще катана метеоритной руды. Ее маги в руки берут. Остановился. Давали ты нахуй. Нет, бегать 10 лет, чтобы два оружия поменять. Иди сюда. Сука рваная, разошелся, а?
Ну-ка иди. МР. Немного ли Элдина получится? А ты его знает. Ну я подумаю, надо. Стоит ли вообще запариваться? Достаточно так-то один раз. Мне достаточно один раз игру пройти, чтобы этого хватило. Просто тут есть всякие забавы, очень забавные. Которые качать и качать и качать. Ну, допустим, если все статы прокачать, ну ты прикинь, как можно какие-нибудь мечи там юзать и так далее. С первого раза, я думаю, что прям всю игру, все вот нычки, хиды-таки, не осилить. Ну и плюс еще боссы станут посильнее. Я знаю, ну, я подумаю. Может быть, спустя какое-нибудь время, допустим. И еще, ну, типа, игру не удалять. Ну, или сявки, допустим, оставить. Вот, и попробовать потом, попозже, пройти еще раз. Но уже вот такого персонажа, вот этого, который в конце получит. Ну, я не знаю, буду я качаться еще дальше или нет. Вот такого персонажа, короче, вот прям милишником попробовать. Может, молитвы какие-нибудь, может быть, помесь, короче, допустим, милишника и молитвы херач. Потому что молитвы тоже штука прикольная. Я тут как-то одного челика призывал, не мог босса пройти. Ковыряешь его, ковыряешь, а урон не очень проходит. Чел какой-то прилетает просто. Молитвой бах, короче. Где бомж полоской на карту захвата? Да их это не стал стоит. MR.toaster. Bloodborne сам себя не пройдет. Верно. А я-то на эту карту, блин, захвата буду собирать, блин, насколько, по-моему, быстрее выйдет этот какой-то. Опа-ка. Нихуя. Ты чьих будешь? По-моему, быстрее выйдет этот какой-то. Скажи мне. Ремейк. Ну, порт. Ладно, ты же это же дело такое. Тем более сейчас вообще, в принципе, с этим проблем. Угу. Вот он босс, короче, появился. Я не знаю, что за босс тут. Наверное, какой-нибудь прикольный. Я просто не помню, что тут. Слушай, как-то там еще можно же оказаться. Ага, это, наверное, после босса я туда пойду. Серьезно. MR.toaster. Ну, бладик на ПК было бы неплохо. Даже должен, он будет, должен быть. Только когда хреново, блин. Если за личинки. Эй, во-во-во-во, мужики, вы чё, блин? Ужили меня. Bloodborne на ПК, конечно, дело будет крутое, но, в принципе, на консоли оно и ничего так. Все равно, как бы, ну, игра, надо думать, 2014 года. По графине она звезд с неба не хватает, как и все, в принципе, подпромов игры. Они прям, я не скажу, что очень топовые. Ну, прям графинистые, графинистые. Вот это вот красиво сделано. Да. Но я бы не сказал, что очень прям запаристо. Не такая дикая детализация, допустим, как в RDR. Бабочек.
Чё за босс-то тут тусит? Бля, хоть убей, не помню. Ах ты, ссаная хидэтака, блять, а? Такую подъёбку замутил гнилую. Чё бы не ходил, отъёбнулся. Так, проверяем. Это. А, ну, давай так. Ускакали. И чё? Угу. Он там пятно лежит? Кеповым это дело. Посмотрим, кто появится. Это двое. А у меня комета круче. Почти подох. Ну давай добьем. Я думаю, получится. А он, сука, похилился. А тут ирок. Обожаю, когда боссы, блядь, себе здоровье восполняют. Ах ты, гнида, ссаная. Хуя он какой штучкой кидается. Короче, в каком обличии ты придешь к нему, то и он такой и так и будет выглядеть. Ок, понятно. Ясненько, блядь, понятненько. Давай мы этих ребят всех поскипываем, чертова мать. Да охуеть вообще. Наебись до босса дорожку. Шикарно, как обычно. Я вот что думаю, метеориты, конечно, это здорово. Точнее, комета. Может, метеоритами попробовать его заюзать? Комета долго кастуется, я вот очень. Давай попробуем. Он уже сразу готов. Он заряжен. Давай. Слушай, а я ему так акаки сбиваю. Ну и до свидания. Я его заспамлю просто и все. Ну вот и весь босс. Я говорю, комета это хорошо, но не везде. Если босс плюс-минус статичный, маска серебряной слезы. Если босс плюс-минус статичный, тогда как бы его можно кометой шарахнуть. Но когда он подвижный начинает прыгать вокруг тебя, тут надо что-то такое. Желательно вот типа метеоритов самонаводящихся. Они как бы этот и ману особо не расходуют. И дамажат хорошенько. Но тут надо опять же с посохом угадать. Ну-ка, стой, я могу два посоха таскать? Хотя чуть-чуть ниже, да. А, нет, подожди, подожди. Два посоха. Не вот этот и этот. По идее. Вот прям чтоб скопыт, короче.
Так. И мне еще вот эта штучка нужна. У меня, наверное, перегруз получится, да? Нет, слушай. Ну и все. Шикардосненько. Хочешь один пост, хочешь другой. Плюс еще разные заклинания, вот и кометы, и метеориты. Мыштякче. Живем. И как? Вот так. Снаряжение. Это все можно поубирать, это лишнее. Поставлю, наверное. Все равно веса никакого, а щит пригодится в любом случае. Все. То есть что-то как-то бегаю и не могу порядок тут навести. Ну что будет? Чтобы разные заклинания под разные посохи юзать. Лечилка не часто требуется, но тем не менее. Слушай, еще один, по-моему, призыва. Походу будет еще один босс. Два подряд, почти. Я думаю так. Не совсем понятно, куда они меня тащат. Ах, звезды, почему опять роскошный вид? Пик. А я вот не верю, что тут пик. Звезды, конечно, но это чисто на рабочий стол. Заставанька. Почему опять сожаление? Ну да, меня предупреждали, то что тут все закрыто. Костяшек никаких нету. Блин, опять так куда бежать неохота. Что делать? Здесь мог бы быть искомый мне предмет. Вполне вероятно. Знак небесная роста. Я бегаю в этих мотках какого-то кожаного чувака, который кожу сдирает. Не знаю, что-то в этом роде. Описание какое-то такое было. Босса завалил, с него забрал. Другой стороны тоже. Предмет отсутствует. Так, ну пойдем по прямой. Почему-то не все эти горят. Это странно. Ощущение, что меня вот ведут вот туда, а не сюда. Здесь я, наверное, позже буду. Хотя, может быть, это город очень огромный, вполне, почему бы нет. Может быть, тут очень долго придется бегать. Эй, жук. Эй. Валился. Он подох, но выдал мне. Так. Это я был внизу, вон там у нас олень валяется. Теперь я тут же, только наверх. Круто, че.
Тирон уже накопилось таких дохрена. Я думаю, там, ну, если все хлопнуть, точно 50, наверное, получится. А ты всё ДС прошёл, включая ремастеры? Прошел первую, третью, и все, и за Elden Ring сел. Вторую только не проходил. Но она типа каноном не считается, все на нее плюются. Как-нибудь пройду. Ремастер первой части, как бы, я прошел. Ну, наш первая часть. Ремастер на компе. А вот, есть еще Demon's Souls. Я вот думал насчет него. Он-то, мать его, считается типа канон. Вот. Не знаю. На эмуляторе вполне. Эти плойки. Запилить. Можно. Я вот там прыгал, кстати. Ну, не знаю, не знаю. Я пока что-то вот не горю желанием именно Demon's Souls проходить. Это все-таки первая игра, как бы. Там много чего будет корее. Эй, Гаоси. А, ну вот. Остался двое демон, а не будешь? Нио. Значит, особо как-то нет. Не знаю. Может, за секиру попробовать схватиться. Была бы карта захвата, я бы ее без базара Bloodborne замутил. Она, блин, стоит 13 косарей. Я сейчас пока папки, которые появятся, я на стул хочу все коня обновить. 14 числа, 13 зарплату переведут. Должно хватить, по идее. Пустенько как-то. Потом можно будет потихоньку накопить на карту захвата. Почему бы нет. Третья плойка есть, можно оттуда какие-то игры. Хотя эмулятор тоже работает. Довольно таки неплохо. Правда, не все игры хорошо эмулируются. Ну, посмотрим. Подожди, а почему эти викинги теперь видимые? Они до этого были как эти, как его, как фантомы. Ирил Гаоси, стул для меня больная тема. Я так и сижу на развалине. Жаба душит. Вроде стул, а стоять жесть. Ну, не знаю, 20, я вот нашел Сугаровский. 21 стоит. Не очень дорого. Надеюсь, он ништяк. Но чел, который работал в ДНС, говорит, хорошие стулья у них, типа, эти какого. Работают хорошо вот эти механизмы, долго, ну, прочные. Люди берут, короче. Никто не жалуется. Дай зажечь что-то. Вот, и мы как-то с ним посидели, я выбрал себе стул. Он тогда стоил 21, а сейчас, по-моему, он стоит 23. Это такое. Просто чтобы жопа не охуевала сидеть. Лучше поменять такие вещи. Ну тут не только жопа, там спина, шея, вот это вот все это ж. Все взаимодействует. Так, заговорить. Ирил Гаоси, на Кугару я тоже глаз положил. Повелитель крови, ваше преосвященство. Молю, позвольте мне прыгнуть к династии. Да здравствуй, династия Могвина. А, вот эти вот моговины, я на них, кстати, фармлю. Душу. Да, посмотрим. Вот. Так что... Я думаю, стульчики достойны. Кому бы не посмотреть. Не поюзить. Так, давай вниз туда усходим.
Да, я, наверное, не поднимусь. Это хорошая, наверное, валяется. Не факт, конечно. О, дорогу потом найдет. Так, кузнечная. Ну, тоже пригодится. Вдруг я обратно решу в милишника перекачаться. Слился у меня до хрена. По таким напряжениям тут вечно бегать, что ждешь, какая-нибудь гнида просто выскочит из-за угла, тебя может шотнуть. Постоянно такая тема. Ну, как правило, вообще ничего нет. Да, я когда-то пизданулся, конечно. Походу придется от костра заново бежать. Ирил Гаоси, там патч на Dying Light вышел. Читал. Читал, что какой-то патч там запилили. Ирил Гаоси, и тебя поздравки от Джона идут сейчас. Спасибо, спасибо. Чё-то бегал, ёбнулся в итоге, хуй, никуда не попал. А где я вообще, доктор? Чего, блядь? Меня постанули, короче, вниз. Я ни хера не пойму. Самый низ меня портанули. Туда, куда я не собирался вообще. Я уже типа тут был, но... Вот не все осматривал еще. Там не мурак, а дыбки рак, кстати. Пятерочных. Я думал то, что их не так уж и много в игре. Там, походу, босс. Как-то это падение меня вообще выбило из колеи. Я вроде шел по коридорчику спокойно. Шмонал этот, как его, шмонал, лутался и так далее. Но стоило мне свалиться, и я какой-то трешаке вообще, я уже ничего не понимаю. Сука. Там никак, да? Ебать тут этих копейщиков. Ну там босс. Или босс, или что-то такое, поэтому... Вот так и вот так. А если дядька этот прыгучий. Драконий солдат. Слушай, а мы с таким уже били. Да-да. Ты меня поймаешь. Ну и все, и добиваем. Бам. Бам. Вот и бить, бойцецкий.
Та-та-та-та-та-та. Алебарда дракон. Она очень охуительная. За другого пецца надо. Я не знаю. Стандартный сценарий. Ты вот так вот тоже бежишь, тут ля-ля-ля, короче, хлоп, встречаешь босса, ля-ля-ля, дальше побежал, завалил. Боссов тут очень много натыкано, прям как этих. Призрачный ландыш 5. Нет. И не подходит, надо больше. Но босс одинаковый. Я говорю то, что я таким уже чудиком встречался. Когда искал эти как. По-моему, как раз ландыши я искал. Чать марики от шрама. А то за амулет какой-то. Повышает характеристики, увеличивает получаемый урон. Ну, на пятеро поднимает. А это? Повышает характеристики, увеличивает урон. Слушай, если вот это вот для ближнего боя, то вот это вот у нас для дальнего боя. Он инту поднимает на 3 пункта. Мудрость... на 3 пункта веру и колдовство. Да, вот мы, короче, вот эту штуку как раз и поставим. То есть фактически при помощи шмоток и какой-то матери, так сказать, у меня персонаж 90 левел. Так, я не думаю, что надо стоит туда прыгать. А наверх, пожалуй, вернуться придется. Сейчас я тут оббегу. Я не знаю, я тут был или нет, мне что-то как-то вот все это странно. Вроде как и знакомо, а вроде как и нет. Да. Ощущение, как будто я с другой стороны этого острова. Где скакал, только чуть-чуть выше. Буквально на площадочку. Тут стоило побывать. Да-да-да. Вон там я этот зажигал. А, он там бегал. А, тут придется все тоже обойти. А потом уже портоваться наверх. Да, в итоге получается, я-то и там не дошел до конца. И все осмотрел. Оказался вообще здесь. А ну и все, короче, да? Я думал, какое-то будет продолжение. Горящее яйцо. Там текстуры не прогрузились. Кстати. А нужно. Небесная роса. Ладно. Тут он. Вот здесь и получается, да? Упал. Лес, нет. Сложная слеза. Но я зажигал после босса костер, это точно.
Плохо, что без лошади. Почему тут нельзя лошадь призывать? Но они прям запрягают, вот реально. Бежать такую даль. На аналонде все это дело, похоже. Бежать такую даль, короче. Просто чтобы это. Чтобы спрыгнуть вниз. Он туда прыгнет. Это больше, большая локация, кстати. Я думал, она гораздо меньше. Да, пойдет. Давай метеоритами забахаем. Я так понимаю, тут овец спасут, да? Не, метеориты штука крутая. Пусть долго кастуются, но у них плюс то, что они самонаводящиеся. И плюс, ну, как бы ты можешь в большом расстоянии ими дамажить. Так, давай, наверное, попробую я еще раз. Хотя там, наверное, ничего нет. В любом случае надо будет зажигать обелиски, чтобы попасть к боссу, просто туда. Угу. Если бы я там пробежал, то я бы оказался вот на этой площадке, на которой, возможно, ничего и нет. А может и есть. В этом и заключается, не подкупает тебя на исследование, потому что ты ищешь какие-то определенные предметы. А вдруг там что-то хорошее будет? А вдруг тут? А вдруг оружие какое-нибудь дадут? А вдруг броня? Вовремя упрыгал от меня. Ах ты, сука. Давай, давай, давай. Блядь. Я забыл совсем про лучника. Ну-ка, долетят метеориты. Без базара вообще. Всё, и тебе пиздец. Вам. Твоя одежда опять. При. До свидания. Так. Тут тоже 8 штук. Слушай, ну, блин. Я не исключаю то, что тут опять надо будет с оленем биться. То есть фактически возможен, возможен. Насколько я понял задумку, они дублировали этот какого. Дублировали город. А что внизу почти то же самое и наверху, только больше.
Так, ну давай, пошли обелитки искать. Как минимум штук 6. Ну, в принципе, хорошо то, что они тут рядом расположены. Чтобы искать не надо. Это сирена, походу, да, там сидит еще. С правой стороны. Она где-то тут, наверху скорее. Сейчас попробуем с фланга их обойти. Сирена ближе. Там какой-то магический викинг, он, возможно, кастовать будет, ребят. А где она песню-то поет? Ладно, пойдем викингов размотаем. Антонов, ты, Фриен. Отщеплик. Здорово, Игорь. А это баба викингша и пела песни? Ну да. Сейчас мне ее братаны пизды дадут. Слушай, ну эти викинги куда безобиднее, чем которые внизу. Те там и стреляли. Говно здесь золотое подобрал. Те там и стреляли стрелами какими-то самыми. А эти просто в основном на тебя бегут и все. Да, точняк, это вот эта вот баба. Она песни пела. Короче, у викингов не отличишь, где баба, где мужик. Мальчик, девочка. Какая разница? Новый миллениум. Призыв. То есть я могу... Ты же мага играешь? Да. Я с милишника в мага перекачался. То есть можно, короче говоря, руфить по крышам, да? Прыгать и прыгать. Либо идти туда вообще. Бля, ну замес, а. Ладно уж, давай хотя бы здесь дочистим, зажжем все эти. Антонов, или там можно только за мага? Да, за кого угодно. Можно, хочешь ближний бой, хочешь дальний, за мага. О, еще босс. Он меня заметил. Лица ебучая, я грызанул ее. Тихо. Ваншот. Нормально. Но я хотя бы недалеко от костра. Можно с этих, как у совмещенных персонажей делать. Типа, в одной руке катана какая-нибудь. У другой, допустим, посох там, еще что-нибудь. В общем, как угодно, так и делаешь. Я практически себе универсала сделал. Хочешь он двуручные вот такие клинки, хочешь посох, хочешь в одной руке у тебя будет щит. Можно еще вообще оружие прокачать. Так, а почему меня сюда-то вернули? О, лес предка. В другой дилда.
одной рукой стихи строчил, другой хуяра смотрочил. Так, ну давай-ка коня мне сюда. С этой лисой ссаной я бился еще в этом каком. Где? Я вот. Антон, че там бухаешь за кадром? Нет, у меня тут телефон. Телефон. Ну нахера ты спрыгнул? Бесит, когда он соскакивает с коня. Блять, заебись, вот их две еще. Да, правда, чё тебе? Клин Марики, а мне на пол... Куда, наверное? Придется вот для этого костра присесть. На бутылку. Чё-то хотел сказать, забыл. Бля, ну две лисы, конечно, это... Какая-то жопа. Может их не ебашить вообще? А куда вторая выпрыгнула, мне интересно. Они же, блядь, не коллективный разум, правильно? Она запалила меня. Что, блядь, какая... Это лиса так делает? Вот сучара. Короче, вот я когда первый раз это лицо и бился в маленьком помещении, ну, не очень большом, по крайней мере, у нее был меч в зубах. Сейчас у нее там то ли лук, то ли стрелы какие-то она кастует. Так, давай отдохнуть, чтобы меня хотя бы отсюда начинать. Причем я думаю, что кастовать комету на нее явно не прокатит. Она просто упрыгнет от нее. Ну, в сторону. Просто моб отойдет в сторону. И да? Волков не агрим, а эта сучка пускай идет сюда. Давай. Ну. Блин, взял, спрыгнул, ну ты серьезно? Быстрей. Ну, че не пьешь? Зайбись. Лиса тоже с комеды. Уебище. Вообще херенно, когда у тебя мобы. Когда у тебя боссы, которые раньше боссами были, они у тебя мобами становятся обычными. Да, там меньше здоровья, но тем не менее, у него же не меняется, допустим, паттерн, и он также ваншотит.
Это пиздос, конечно. Причем они респавнятся так же, как мобы. Интересно, что там лежит. Вон там, по прямой. На холме. Я сейчас вообще не понял, откуда вот эта подача прилетела. Причем лиса вообще ничего не кастовала. Да ебали меня там портировать. Давай, короче, я пролечу просто мимо этой лисы, пошли они в очков с ней бодаться, короче, это очень много времени займет. Хотя там какая-нибудь стопудовая ерунда лежит. Бесполезная. Если она меня завалит, то пусть завалит. Вот, просто кровь монстра. А за убийство этой лисы дадут еще просто кровь монстра и все. Ну или что-то в этом роде. Так что не вижу смысла ее убивать. Викинги с крысами танцуют. Мечтяк у них сейшн. Так, давай, короче, обелитки, да, сжигаем. Сколько их там еще? По-моему, я 4 зажег, значит, осталось еще где-то 4. Или 4, или... Да нет, 4 осталось. Там обычно по 8. Так. Так, где это? Угу. Я, короче, над этим, над оленем. Получается, как этажом выше. Старый кулык. А тут пещерка. Да, надеюсь, я тут не был. Да, не был. Я не мог тут быть. Эти медузы, их же тоже можно призывать, когда прах найдешь медузы. Она самое то для призыва, потому что медузы какой-то баф, короче, кидает на боссов, ну это на боссов, мини боссов, короче, они какой-то баф кидают, боссы прямо на них только и летят. Так что есть резон.
Блин, еще дальше куда-то. Я еще то не прошел, они меня куда-то прут просто вообще. Нет, я туда не пойду, рано мне. Я еще и там не все обошел. Там получается, надо все обелиски зажечь, по крышам попрыгать. И потом только сюда спускаться. Только не совсем понятно, в какой последовательности все это делать. Ладно, давай хотя бы с обелиска, потом на крышу. Я должен это закругляться в скором времени. Все, что ли? Блин, как мне подняться теперь? Это специально сделано, чтобы ты не поднимался, а именно туда только и шел. Но есть телепорт. Ладно, давай уж по прямой. Потом или вне стрима я это дело обойду. До конца по крышам там. Не думаю, что прям на крышах что-то полезное будет, но там после обелисков, возможно, будет босс. Я тогда его проходить не буду. Начнем туда вот, примерно. Или отсюда, или просто с обелиска. Не вниз нам? Так, веду к Сиофу. Ну-ка, этот акведук, стой. А, так, так. Кометы. Ну, бахнем. Давай, по прямой, ему деваться некуда. Не, да. Хорошо, что я возле костра сел. Надо было раньше, кстати, это все дело юзать. Он сбил атаку. Хреново, что такую флягу можно только один раз испить. Хотя, может быть, какие-то ресурсы, количество вот этих фляг и увеличивают, но не знаю. Я не углублялся в этот образ. Так, а ну-ка. Его можно будет метеоритами прямо отсюда зашвырять. Но это, конечно, полная наглость. Расстояние, по идее, мне позволяет. Вот так. Да, слушай. Ну, ожидаемо, что он спрятался. Надо посмотреть, с какой ракурса я его достану. По идее, он обратно должен вернуться на мост. Ну чё? Где-то банками своими гремит тут рядом. Идет, короче, зачищается весь, а ему тут сзади прилетает просто. Подожди. Не зацепит. Один метеорит прилетел, и то в щит. Порой могут тут двинуть, и он может так-то и свалиться вообще вниз. Ну и че? Отсюда все равно выйдет.
На третий раз я у него защиту щита сбиваю. А, и все, и хана его. 3000 за него дали. Щит рога горнила. Ну-ка посмотрим. Ну, она же тяжелая. 11 килограмм. Мой 4,5 всего весит. Понятно. Походу это лифт какой-то. Нет. Правочник проповедника. По-моему, да, это, короче говоря, я молитвы нашел какие-то. То есть у черепахи, либо у этого чела, который клирик, в ошейнике так он стоит. Типа сиденье, а то не таз на шее. У него можно молитву покупать. Но я это делаю у черепахи. Мы с ней друзья. Очень все это дело иллюзорными стенками пахнет, но нет. Блять, еще такое же. Ну давай хоть здесь комету бахнем. И без нее то да? Да, поехали. Он пока развернется, ни хрена у него в жизни просто. Пятнашку. Кузнечный камень мрака 6. Но у меня есть уже такой. Ну, это был, короче говоря, какой-то сложный мужик. Стоять. Мелкие пришли. Да, за него 15. За того рыцаря 3000 дали. А за этого аж 15. Это он борзый, походу, был. Может, даже маг. Олег, ты не психуй. Иди, тайная тропа. Лжец. Кирный. Направо. Его щита мне все вроде. Прям это лабиринт. Это Галин. Откуда прибежали? Там еще толпа ходит. Серьезно? Они хотели меня количество взять. Я не дался. NPC? За голову держится. Кто такой? Внутреннее спокойствие. Может, у него можно что-то покупать? Нет. Кстати, у меня лекарство до сих пор действует. Так, если там наверх, тогда вот здесь надо... Тут посмотреть.
Бля, я тут был. Лечение порядка. Это, видимо, хилище какой-то, какая-то молитва хилище. И все, с двух сторон я обошел. Сейчас получается через этот лабиринт некий наверх. Куда, куда? Не знаю, если нудно будет, я потом уже, мне стримы эти обелиски позажигаю. Сейчас уже надо закругляться. Еще, по-моему, я не все обошел. Тут, по-моему, проход. Раз. Нет. Короче, пошли наверх. Босс файт. По-любому. Важная горгулья. Ирил Гаоси. Надеюсь, ты скоро сменишься, как мегатрон на башке на нормшлем. Я тоже надеюсь. Горгулья у нас шатает, кстати. Вот и все. А в этот шлем, короче, ну все, я не буду уже продолжать, на сегодня хорош. Чтобы этот шлем поменять, мне нужно, ну я знаю, где валяется сет, но мне нужно... Реакция как у скунса. Этот какого? Мне нужно, короче говоря, найти небесную... Лизу или сферу, что-то такое, чтобы грехи отпустить. Я потому что в одном из подвалов случайно треснул NPC, и она подохла, и поэтому у меня две цепочки квестов, или одна точно, она не работает теперь. И отсюда сет никак не найти, вот этого Азура. Точнее, там два дается. Но они прикольные, как бы. Ну, хотя бы не вот эта вот пиздула на башке, ну видишь. Она тоже дает свои плюсы, все же не просто так. Ну, горгулью потом уже буду. Я могу отпустить твои грехи. Проповедника заделался, да? Ну, горгулью тогда будем на следующем стриме валить. Это как минимум. Обелиски, я не знаю, потом, может быть, вне стрима позажигаю. Там, наверное, еще один босс. Я тут... Надо еще по крышам попрыгать. В общем, сейчас три пути только чисто вот в этом городе Нокра. Макрон, мокрый, не знаю. То есть уже тут три развилки. Куда какая ведет, хрен знает. Но я, по крайней мере, вот до босса дошел. Он убивается, но он противный тем, то, что он шустрый. И ваншотит. Давай, отдыхай. Топ стрим. Да, да, будем закругляться. Спасибо, ребят, за поддержку, за просмотр. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, лайки ставьте, комментарии пишите.